хотел бы немножко добавить, много сказано. Я взял и прошелся по большинству экспонентов и опросил их на тему, помогает ли вам сертификация халяля вообще в вашем бизнесе, поскольку много компаний, которые уже пару лет, всего, может быть, год-два имеют сертификат халяля, зачем вообще они это делают, компании? И в большинстве случаев я слышал ответ, то, что продукция, обладающая сертификатом халяля, имеет определенные привилегии при поставках в сеть. И байер, когда изучает ваш продукт, он смотрит, потому что у каждого байера в какой-то категории есть определенная квота. Квота на халяль, то, что там точно, я не могу сказать какая, ну, допустим, 20% его ассортимента должна составлять продукция, сертифицированная знаком халяля. И производители понимают это, то, что они хоть какую-то, но привилегию при поставках в сеть получают. И в частности, они за этим обращаются и сертифицируют свои производства. А если сети нуждаются в вашем продукте, то, соответственно, и дистрибьюция нуждается в вашем продукте. И поэтому большинство, кого я опросил и поговорил, с кем я вообще стояли, они положительно относятся к сертификации.